Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки-ниндзя-легенды. Так-с, начнем, наверное, с заданий. Открыть колоду. Бесплатно, само собой. Так, Север Монтес. Я его сразу узнал по финке. Так, дальше у нас пройти серию испытаний. Быстренько пробегусь, буквально тут. Пару секундочек, раз, два, три, четыре, пять, пускай будет Ванька. Можно было бы, конечно, и Макмана взять, но пускай Ванька остается. Так, ну что, Ксевер Монтес, пора тебя наказывать. Так, ты посмотри, заблокировались. Блин. Так, только Кренгу ничего не заблокировали, остальных повязали по-крупному. Так, ты упадешь сегодня? Конечно, упадешь. Так, Маузер, хорош выпендриваться. Пробивной. И бежим на вторую волну, на последнюю волну. Ну что, Рокстеди, Бибоп, Муха. Массовую атаку бы, конечно, хотелось бы, но мы пока запечатаны, как ты видишь. Ще... О, пошла Масуха. Так, теперь давай, наверное, еще ракеты выпустим. То есть на одних ракетках отыграем сейчас. Минус Муха. Минус Бибоп. Ну и Рокстеди, соответственно, тоже сейчас упадет. Все, ребят. Замечательно, прошли. Но это еще не конец, только начало наших, как говорится, ежедневок. Сейчас будем искать нужные нам элементы. А ищем мы на Змею Карай. И в данный момент нам нужно найти 12 автомобильных номеров. Раз. Че, раз и все, что ли? Два. Так, ну и поехали. Еще десяток нужен. Так, это получается третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Ну давай, 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 давай. И че, седьмой, восьмой, девятый, десятый. И еще, по-моему, два, да, надо? Да, еще два. Десятый. Так, одиннадцатый и последний, двенадцатый. Вот он, все, ребят. Прокачиваем до шестой ступени. Замечательно. Так, теперь вот это вот надо будет нам потом. Но это уже в следующей серии, ребят. Сейчас мы заберем наши награды. Поднять уровень персонажа обязательно сделаем после того, как пройдем турнир. Так, жетоны я здесь уже, ребята, за кадром получил. Поэтому идем в магазин и покупаем 3 ДНК. 3 ДНК на кожеголового. Ой, тьфу ты. На слэша, конечно же. Все, ребят, 70 ДНК, как я и говорил. Все отлично. 70 ДНК, еще 30-ка, и слэш у нас будет прокачан. Так, ну что, остается у нас турнирная арена, ребят. Жесть какая-то. Сбросили, блин, до лиги самураев. Обалдеть. Ладно, ладно. Мы тогда будем сейчас своими силенками проходить. Естественно, своими силенками. И, наверное, я думаю, долго мы будем тут прогуливаться. Так, ну что, для начала от Хана дебаф. Да ладно, ты еще и не пробил. Давай ультразвук. Ультракрик. Так, торнадо. Тиф. Ты посмотри, а. На тебе по щам. Куда ты своей толстой задницей тут барахтаешься? Бьет он меня, понимаешь ли. Ну, ребят, тут понятно, да? Безоговорочная победа. Продвигаемся мы на 59-е место. Так, сегодня бы добраться до Лиги Сёгунов бы, на самом деле. И желательно бы Сёгунов 2 звезды получить. Вот это было бы приятно. Раз, два, три, четыре, пять. Это было бы очень приятно, на самом деле. Ну что, массовые атаки есть? Есть. Начнет Рафаэль. Неплохо.
Так, теперь Майки. Майки оригинал бросает свою бомбочку. Слушай, я уже думаю, может быть, прокачать ему эту бомбочку, а? По фулке, потому что он часто ей пользуется. Вот это вот, конечно, тоже, ребята, красиво, да? Вот этот удар, который мы с тобой прокачивали тогда. Именно у Леонардо видения, когда он бросает свою фляжку. И запрет на лечение. Мало того, что запрет еще достаточно хороший урон наносит. Ну что, 35-я позиция, и давайте мне 14-18. Хорош уже тут ерундой страдать. Вы хотите сказать, что... А, вот, блин, было, вот, есть. Так, ну, пока, пока. 43-я, 44-я, ну, 46-я, я смотрю, да? Тут левел. Давай, наверное, 55-е, да справятся они, в принципе. Три черепашки фильма, плюс тут у нас Рокстеди и... Из космоса черепашка. Космическая. Пумс. Так, массовая. От Лео. Да ну тебе, какая-то фиговая у тебя массовая атака получилась сейчас. Нам вообще-то надо было Донни валить. Смотри, сейчас иммунку возьмет. Плюс хил. И он будет очень укомплектован. Блин, а мы получили еще и постепенный урон. Здоровски. Сразу двоих. Это что-то с чем-то. Минус Донни, не успел Донни похилять их. Вертушка. Нет. У Майки, ребята, тоже очень слабые удары. Причем любого Микеланджело возьми. Любого. У них у всех слабые атаки. Не такие хорошие, как хотелось бы. Может быть, конечно, из-за того, что они не прокачанные. Это тоже нельзя исключать. Блин, мы еще до Лиги Самураев не дошли. 3 звезды. А я уже о Сёгунах каких-то думаю. Не, ну мечтать не вредно. Вредно не мечтать, сам знаешь. 1, 2, 3, 4, 5. Ну тут такая тоже команда у нас. Мондагека, от которого здесь, ну, мало сейчас в данный момент выхлопа. Единственное, кто здесь у нас? Пиццелиция и Нормуль. Ну и, наверное, Донни. Не могу его не отметить. Майки слабовато как-то бомбанул. Так, Лео, как ты? Пробьешь хоть парочку? Не пробил. Бросаем флакон. Минус троечка, замечательно. Донни, сможешь пробить массовый своей? Есть. У нас получилось. Ну что же, великолепно. Тогда двигаемся дальше. И смотрим. Переходим? Да, мы переходим в Лигу Самураев 3 звезды, 90-я позиция. И, по-моему, я заслужил 14-19. Вы так не считаете? Они, по-моему, так не считают. А-а, не хотят. Да и фиг с ними. 45-й уровень здесь. 1, 2, 3, 4, 5. У нас 55-й. То есть пока у нас промежуток 10 левелов идет. Но это немало, кстати. Единственное, что бойцы у нас не особо мощные такие. Ну добей хотя бы одного-то. Сделаем дебаф. Плюс колонка. Блин, прикинь, мы им, ребята, понизили и защиту, и атаку. Жалко, конечно, что это ненадолго. Но урон она не минимальный нам наносит, конечно же. Так, руби сплинтера. Дальше я возьму, наверное, защиту. От нее нам больше будет профита. И давай бросим люк. Так, кабан отдупляется. Этот, как всегда, как самый последний сакунишка, уходит в инвиз. Ну, давай тогда так вот. Серьезно, Ванька упал. Ванька не выдержал всплеска крыльями от нашего Пита. Блин, какие у него тут лапища, а? Ну, давай 75-ю. 69-й, замечательно. Так даже лучше. Не... О, 15-19. Все. Ну и уровень, конечно, сразу же повышается до полтинника. 1, 2, 3, 4. Слушай, я, наверное, сделаю проще. Я не буду тут с ними тюкаться. Давай, как говорится, буститься. Сразу же Леонардо делает вертухан. Сразу же они падают, и мы сразу переходим в следующий поединок. Так будет быстрее намного продвижение у нас идти.
чем там на равных выпендриваться. Мы и так с тобой уже достаточное количество провели боев. Теперь можно уже, как говорится, немножко ускориться. 52 место. Нет уж, давай мне 15-19. Теперь я возьму Кренга. Раз, два, три, четыре. Потом там можно взять Усаги, можно взять даже не обязательно соточку, можно взять даже 80 уровень. Он тоже, в принципе, может справиться. Ну давай, вжаривай. Красота. Что, у него такая турбина на спине? Он летает, ребят, за счет этой турбины, кстати. Ну что, 30-е? 33-е. Но это все равно нормально. И дают мне опять 14-17. Вы заколебали. Было там, конечно, сейчас 15-19. Вот. Я возьму, наверное, здесь Бакстера. И вот этих вот бойцов. Эйрпюр, два бибопа, это ни о чем. Тут, естественно, Бакстер — это наше все. Делаем волну. Добьешь? Красавчик. Вот, в принципе, ребята, и все. Что и требовалось доказать. С 33-й давай 15-ю. 10-е. Ну что, сейчас перейдем уже в новую лигу. Я беру Макмана. Раз, два, три, четыре. Ну, Макман 100% здесь всех уничтожит. 48-х уровней-то он вообще должен ложить на ура. И попробует пускай только меня подвести. Вот, видишь, испугался, сразу же, ребята, уничтожил. И это круто. Значит, мы потихонечку продвигаемся дальше. А это именно, да, Лига Сёгунов, одна звезда. Уже, как говорится, приятно на душе сразу становится. Берем Армагона. Так, здесь у нас и Кунаичи, тут и черепашка у нас из космоса Майки. Армагон, кстати, и Майки — это из одной, ребят, по-моему, серии идут. Потому что Армагон — это, по идее, космический наемник. Ведь и именно он же охотился за черепашками. Вот так вот. Ну что же, погнали дальше. С 89 мы переходим на 71. То есть, грубо говоря, 20 ступенек пролетаем. Раз, два, три. 4, 5. Я сейчас Рафаэля просто поставлю в провокацию, наверное. И он уже будет за счет своей контратаки всех остальных добивать. И плюс еще уклоняшку. Хотя ее не обязательно здесь ставить. Мы и так слишком сильные по уровню, чтобы получать... И не ожидал, что Донателло просто с одной плюхи вынесет всех. Я думал, сейчас мы тут будем через Рафаэля отыгрывать наши битвы, но ничего подобного, ребят, не получилось. Так, сладушки, давай попробуем, может быть, дадут нам 15-21. Не? Не, дают 15-19 и 15-20. Ой, не надо нам, пошло понижение. Я сейчас доиграюсь, по-моему, сейчас вообще понизит. Слушай, что у нас так быстро закончились персонажи? Блин, я только раздухарился, ребят. Только разошелся, и на тебе, уже заканчивается событие, мероприятие. На тебе вам с гранатомета, ребята, подарочек. Хорошенький такой. Идеальная, конечно же, победа. И двигаемся дальше. С 53-й мы приземляемся на 34-ю. 15-20. Окей. Возьму здесь кожеголового. А, тут все, тут уже... Все, тут пошли уже сильные. Полтинники мы отыграли. У нас сразу же, у нас резкий перепад от полтинников сразу на 60-й и 70-й. Конечно, больше всего полтинников. 55-х, 56-х, таких вот уровней. Так, еще, наверное, поединок, мы уже перейдем в Лигу Сёгунов, две звездочки. 15-20. Ну, тут уже все, ребята, у нас противник 60-го уровня, да,
почти 60-го, а мы уже на 70-х сидим. Так что разнос сейчас будет капитальный. Давай, добивай Шреддер их своими кланфутами. И переходим на следующий бой. Так, мы ежедневки здесь. А, нам единственное, что надо будет накопить мутагена для прокачки уровня Кожеглавого. Хотелось бы уже, ребята, его побыстрее завершить. Ну что же, Лига Сегунов 2 звездочки. Отлично, отлично. 15-20. А может быть дадите 15-21? Не, не хотите? Ну, в принципе, я на них не злюсь. Тут все идет по справедливости. Беру Усаги. А зачем я беру Усаги? Как будто, знаешь, я его сейчас отправлю с малышами с какими-то драться. Давай вертушку, которая прокачана у него на 7 звезд. То есть по фулке вообще, ребят. Ты смотри. Не добил, хотя они 56 уровня. А Усаги, извини меня, 100-го. Но видишь, не добил все-таки. И на старуху, как говорится, найдется проруха, да? Блин, конечно, хотелось бы попасть в Сёгун 3 звезды за сегодня, но это исключено, не получится. И не получится лишь по одной причине, что у нас уже все, ребят. Вот, вот последние бойцы. Остается у нас не отыгранным только лишь Рокзар, бедолашка. Ну что ж поделать, ну не повезло ему. Рокзар посидит один. Давай, Шреддер, добивай их. Да, было бы, конечно, намного приятнее, если бы мы были бы сегодня в Лиге Сегунов 3 звездочки. Прям было бы вообще шик, я считаю. Но, тем не менее, все равно неплохо поиграли, ребята. Возьмем сейчас 70-ю позицию, а, 63-ю даже. По заданиям. Давайте посмотрим, сколько мутагена мы успели насобирать. 24 тысячи не хватит, ребят, не хватит, к сожалению. Нужно уже 30-ка, уже 30 тысяч нужно. Уже нужно 30 тысяч. Так, здесь-то... Подожди, мы с тобой... Вот это, да? Вот это вот... Бомбили. Ну что, давай тогда это... Тут сколько? 30 жетонов. Тогда давай фармить. Ай, не то сделал. Фармим мы здесь, ребят, жетоны. Уже, наверное, ни для кого это не секрет. Пытаемся найти, собрать в копилочку, так сказать, да? Но что-то копилочка наша как-то не пополняется. На жетоны, зашибись. Все, что угодно дают, но не жетоны. Прикинь, все, что можно было здесь, ребят, получил. Вот так сейчас будут выпадать мне жетоны. Все. Но, тем не менее, ребят, 350 уже жетонов есть. 350. 350. Мне бы, конечно, хотелось бы 30 тысяч мутагена, но... Но не сегодня. Так, а уровень поднимать придется все-таки кому-нибудь. И это будет у нас Кирби. И это Кирби, ребята. Вот так вот получил он уровень. Забираем здесь награды. И на сегодня, друзья, я буду закругляться. Завтра обязательно продолжим. И я думаю, что мы, наверное, все-таки до Лиги Мастеров уже дойдем. А уж какая звезда будет, это мы увидим завтра. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.